Всем привет, друзья! Это Андрюха. Я думаю, многие из вас его знают. Сегодня мы измерим у него вес, также узнаем, сколько у него костей, мышц, жира, воды в организме, оса запарила и так далее. Андрюх, ты говоришь, ты очень много пьешь. Сколько примерно в день воды ты выпиваешь? Литра. Литра 4-3? 3, да. Ну вот, смотрите, 3 литра довольно неплохо. В организме человека должно быть примерно 60% воды, это минимум, да? И сегодня посмотрим, сколько у Андрюхи. Мода, ребят, на такие весы пришла неспроста, потому что они показывают не только ваш вес, но еще минеральный состав костей, жир, сколько мышц и так далее. Около 10, даже выше параметров в вашем теле. Делают они это так. Они пропускают маленький совсем ток через ваш организм и оценивают сопротивление тканей вашего организма. А в нашем организме все ткани разные, поэтому они оцениваются по-разному. Поэтому, ребят, эти, конечно, весы не идеально показывают четко ваши там параметры все. Могут быть, конечно, какие-то косяки, там, может, в 5%, 6%, 4% и так далее. Но что лучше вы сыщете? Ничего. Для дома это идеально, то есть поставили, можно хоть каждый день взвешиваться, измеряете свой жир, мышцы и так далее. Естественно, есть калипер, но калипер это такая штука, которая всего лишь измеряет процент жира в вашем организме. И то толщину жира, и у нас всего лишь в организме 7 точек, и это довольно долго. И как бы не особо удобно. Весы же эти для тех людей, которые встали на путь ЗОЖ. Вполне себе хорошее решение. Естественно, есть альтернативные методы, как измерить там жир, мышцы и так далее в своем теле. Просто можно сделать рентген в клинике. Но это капец как дорого стоит, от 5000 рублей. Естественно, многие люди не могут себе этого позволить. А купив такие весы, можно делать это каждый день. Весы, которые мне предоставили MGB Barry, можно приобрести всего лишь за 1990 рублей. Ну и немножко там выше, естественно. Вот, там 14 метрик, вы встаете на весы, и можно в последующем времени уже отслеживать, как изменяются ваши составы тела, там кости, мышцы и так далее. Самые важные для спортсмена это мышечная масса, жир, а также сухой вес. Но в этих весах это не все. Там есть огромное количество всяких метрик, это процент воды в вашем организме, это висцеральный жир, это внутренний жир и так далее. Очень много всяких крутых штук, которые можно отслеживать с помощью этих весов. Друзья, сейчас я покажу на примере Андрюхи, как это все работает. То есть мы указали тут день рождения его, также рост, и этих данных вполне достаточно, чтобы произвести осмотр. Итак, ребят, анализ сделан. Андрюха весит 58 там с небольшим килограмм. Значит, смотрите, у него процент мышц 44%, жидкость в организме 64%, а у меня 58%. Я взвешивался, у меня была жидкость 58%. Самый прикол-то в чем заключается, ребят, что Андрюха нифига не тренирует на брусьях, у него растут подтягивания там по 10, а все из-за чего? Потому что он водичку пьет. А, блин, может ты святую воду какую-то пьешь? Возможно. То есть Андрюха пьет воды больше, чем я. Костная масса у него 5,7 фунтов, это значит где-то примерно около 3 килограмм. Скорость обмена веществ 1500 калорий практически. Содержание белка 18,7%. Возраст тела на 15 лет. Ну, собственно, как тебе и есть, да? Возраст тела все идеально показало. Телесный жир 16,1 фунт. Это, наверное, примерно около 8 килограмм. Мышечная масса 56,9. Короче, здесь у него все, в принципе, в норме. Обмен веществ у него низковатый. Поэтому, Андрюх, если ты будешь хавать очень много, то ты заплывешь, капец. А так все в норме, костная масса у него вообще отличная показывает. И еще в отличном состоянии у него количество белка в организме. Друзья, мы сейчас перевели вот эти фунты в килограммы, и получается у Андрюхи 12,5% жировой массы. Также у него 25 килограммов мышечной массы, он весит сам 58 килограммов, а мышечной массы 25. То есть остальное там жир и занимают кости. И воды у него 64,1% в организме. Вот из этого состоит Андрюха. На сегодняшний день MGB Barry считаются одними из самых дешевых весов. Также они гораздо дешевле выходят, чем на AliExpress, и стоят примерно от 1990 рублей и выше. Поэтому, если вы занимаетесь спортом, готовы похудеть, либо набрать мышечную массу, то это отличный выбор для вас, вы можете измерять, чекать, как у вас там продвигается прогресс и так далее. Ребят, как вы знаете, Андрюха отжимается на брусьях. Сколько ты отжимаешь? 70, 72, да? 72. 72, офигеть, 15 лет парню. Подтягивается он 30 раз.
32 было. 32 раза, это просто кабздец. Я думаю, он по всем нормативам спокойно возьмет КМС, даже мастера спорта, скорее всего, в юношеском разряде, да? Возможно. Возможно. Как ты думаешь, Андрюх, в чем твоя сила заключается? Наверное, все-таки в воде, так как, ну, типа... Он... Вроде, как показал, у меня жира 12%, да. Но при этом я все равно, ну, рельеф не так видно. Есть такая тема, что всякие пауэрлифтеры, там, стритлифтеры, они очень много перед соревнованиями воды пьют, чтобы вода прибавляла им силы. Это на самом деле правда, потому что, когда у вас организм более такой водянистый, то мышцы работают лучше, и меньше шансов их порвать, на самом деле. Потому что, если у вас сухие мышцы без воды, то огромные шансы просто их порвать, и для этого пауэрлифтеры всякие там пьют много воды, чтобы залить свой организм водичкой, чтобы быть сильнее и менее травмоопаснее быть. Ссылка на весы и купон в описании.